Хорошо, хорошо. До глаза стоят. Кому нас оставить? Болорат Грацек. Ты, девчонка, останешься? Грацек! Все остальные по домам. Быстрей! Быстрей! Хорошо, хорошо. Отдыхайте, отдыхайте пока. Как тебя зовут, девчонка? Меня зовут дядя Джафар. Ты узнала меня или не узнала? Тогда тихо. Сегодня я просто повар. Ну как же тебя зовут, дочка? Слушай, почему ты все время молчишь? Стесняешься? Ну-ка, улыбнись. Не хочешь. Хочешь, я тебе фокус покажу? Ахмед. Ну как, хорошо? Ну как тебя зовут? Не слышу. Упрямая или глухонемая? Куда ты смотришь? Отец обманул. Здравствуй, здравствуй. А мы пешком, пешком. Господи, какой ужас! Зачем это? Ничего, ничего. Обычай, обычай. Ну, дядя Джафар, зачем вы опять? Вы же нарочно. А я сейчас вспомнила дело Дрейфуса. В капле крови христианского мальчика отразилось состояние всего мира перед Первой мировой войной. Николай, знакомься, это Джафар, мой боевой товарищ. Вместе басмачам головы рубили. Теперь он хозяин здешних краев. никто не знает нашего сокола Николая. Не могу я на это смотреть. Ну, пожалуйста. Отвыкла в Москве, а плов кушать не отвыкла. Не повезло нашему соколу Николаю с невестой. Джамиля, почему она идет за нами? Она в тебя влюбилась, как все твои комсомолки. А по-моему, это переодетый лейтенант. Не преувеличила. О, Господи, куда нас завезли? В рай! А с этим шрамом мы еще не знакомы. Ты мой сокол, Николай. Не называй меня так. Почему? О, лучше поцелуй еще один шрам. О! Ой, дурак. Если бы я знал, что это так приятно, я бы лег на амбразуру, вернее, сел. А, ты пойми. Я практически на ней сидел, по самолетам стреляет снизу. Мой хулиган, я так люблю тебя. Джамиля. Она опять на нас смотрит. Кто? А? Пусть смотрит и завидует. Я люблю его. Он будет моим мужем. У нас будут дети. Мальчик и девочка. Девочка, возьми, только уйди. Дай-ка я попробую. Как тебя зовут? Мамлакат. Джамиля, ты слышала? Заговорила. Мой истребитель назывался Мамлакат. Знаешь, о ком речь? Да. Мамлакат собирала хлопок двумя руками и за это получила орден из рук самого товарища Сталина. Она даже сидела у него на коленях. Ты ведь тоже хлопок собираешь? Да. Сколько мешков за смену? 2. Маловато. А почему бы тебе не стать второй Мамлакат? Будешь собирать хлопок двумя руками, получишь орден. Хочешь? Да. Договорились. Пиши заявление, хочу стать второй Мамлакат. Я лично прослежу за твоей судьбой и посадят тебя на колени, ведь дядя Николай руководит нашей молодежью. Только не надо жалеть себя, надо больше трудиться. Ну что стоишь? Беги, пиши заявление. Браво! Обнимите меня. Что с тобой? Что с тобой, моя радость? Обнимите меня крепче. Еще крепче. Чтобы было больно. Любимая моя, твой муж совсем сошел с ума. Когда тебя нет рядом, я задыхаюсь. Вся моя жизнь в тебе. А я ничтожная, глупая. Я недостойна вашей любви. Ты самая нежная, самая верная жена на свете. И очень красивая, и очень умная. Нет, нет, я хочу, чтобы вы мной гордились. Я хочу умереть ради вас или совершить подвиг. Пусть все знают, что я достойна вашей любви. А я дрянь. Я только что обманула товарища Николая. Наш сокол Николай тоже прилетел? Я наврала ему, что собираю хлопок. Но почему вы не разрешаете мне выходить в поле? У меня столько сил. Я могла бы работать как Мамлакат. Я собрала бы 1,5 центнера. Слово «центнер» в устах молодой женщины звучит как ругательство. Подумай, любовь моя, разве о центнерах говорят дома наедине муж и жена? Разве Лейла ставила рекорды ради любви к Меджну? Я не могу объяснить. Они такие красивые, белые, как ангелы. От них так пахнет. Я сама не знаю, что со мной творится. Я умоляю вас, вы такой мудрый. Помогите мне, любимый мой. Что с тобой? Мне что-то жжет вот здесь, в груди. Скажи просто. Я хочу быть второй Мамлакат. Глупенько. Ты веришь, что маленькая девочка собирала хлопка больше, чем четверо здоровых мужчин? Что вы боитесь? Вы фронтовик. У вас орденов больше, чем у товарища Николая. У вас богатый колхоз. Надо, чтобы она знала. Поймите, нам нужен рекорд. Я бы смогла. Хватит, хватит. Вы мудрый, но вы меня совсем не знаете. Где этот трофейный костюм, который вы мне подарили? Куда запропастилась эта чертова шляпа? Вот она. Вот я какая. Не хочу больше прятаться. Пусть все видят, все знают и завидуют вам. Глупая. Ах, какой плов. Отец, плов будет готов через 10 минут. Не думай ни о чем, отдыхай. Вокруг такая красота. Красиво. Сады, везде сады. Это все мерза. Без ноги вернулся с фронта, а вон как прыгает. Хорошо руководит колхозом. Молодец. 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 Ратом оценим. А почему ты обидела его, брат? Слов гостям должен готовить хозяин. Ты же любишь мой плов, отец. У меня вкуснее и надежнее. Вот кто настоящий хозяин. Наш народ. Потому что эти маленькие нежные ручки собирают хлопок. Скажи, брат, честно, ты когда-нибудь внимательно рассматривал коробочку хлопка? Все некогда, отец. Это же чудо природы. В ней прячется маленькое облачко, словно крошечная частица неба. И в то же время это ценнейший стратегический сырье. У тебя, мерза, везде сады, сады, сады. А хлопка стране не хватает. Ты много хлопка собрала, дочка? Не скажет, отец. Она стеснительная. Не стеснительная, а скромная. Скромность молчит, а дело говорит. Сейчас такое время, каждая девочка должна работать как мамлакат. Вот я написала заявление, я тут все написала. Товарищ Саид, муж не пускает меня в поле, скажите ему, пожалуйста. Скажем, скажем, обязательно скажем, если муж не пускает. Муж? Сколько тебе лет? Мне почти 16. Я сильная, я смогу. Какой ужас! Сколько ошибок! Ну-ка, давай исправим. Ее муж этот инвалид? Вот что растет в его садах, брат Джафар. Плохой я руководитель, отец. Выгони меня. Пойду в повара. Не плов надо кушать, а ребенка спасать. Слушаю. Вы меня слышите? Срочная радиограмма. Слушаю, слушаю. Читаю текст. Моя птичка, мы с малышкой ужасно скучаем без тебя. Мы встали, умылись, почистили зубки, покушали кашки. Желудочек у нас, слава богу, наладился. Везде достанет. А сейчас мы причесываем наши волосики и думаем, где же наш папочка? Такой большой, сильный, красивый. Так далее и так далее. А теперь музыкальный антракт. Ты любимая. Да, связывай с голубой. Отключать не положено, мы нарушим. Дай-ка я полетаю, друг. Да, берега голубой. Кто не велел? Отдай ручку, кому говорят. Приказ, да приказ. Щенок! Соловей мой, сокол Николай, Какабаева Роза Аббасовна, Гатуктан Парет. Капитан Какабаева Роза Аббасовна, комендант спецдома. Здравствуйте. А меня тут ругают, что я вас вызвала, в такую жару побеспокоила. Кто же вас ругает? Один ваш очень хороший знакомый. Это вам будет сюрприз. А вот и наш сокол Николай прилетел. Охота будет? В горы поедем. Ребята барса выследили. Через час мы должны быть там. Пойди, скажи девушкам спасибо за этого барса. Если бы не они, ты бы ко мне еще год не собрался. Иди поговори с ними. Со мной они не желают разговаривать. А что происходит? Надо успокоить. Вот заперлись и никого к себе не пускают. У них в кладовке бензин. Говорят, сожгут себя живьем. Избаловала своих воспитанниц Роза Аббасовна. Сволочные, не сворочные. Но все-таки дети нет. Дети. В августе с ними такое бывает. От жары с ума сходят, сучки. Подаваем, товарища, сокола Николая и никого кроме. Вот что значит популярность в среде молодежи. Ну иди, Ахмед с тобой пойдет. Нет, они сказали, если кто-нибудь кроме товарища Николаева пойдет, сразу подожгут. С женщинами я привык разбираться сам. Ах, молодец. Вкусный у вас виноград, Роза Аббасовна. Рукава, быстрее сюда. Рукава. А ну, пошли отсюда! Эй, девочки! Видите меня? Ведь я один. Ну и жара у вас здесь. Градусов 50, как в бане. Мы уже привыкли. Только в обморок падаем. Еще бы. Так воняет. Это бензин. Он у нас в бутылках. Как на войне. Воюем, значит. Не выйдем отсюда, пока Розу не уберут. Все здесь подохнем, а не выйдем. Овчарка, фашистка. Тихо. Что за анархия? Раз воюете, должен быть порядок, дисциплина. Кто у вас главный? Овчарка, фашистка. Мы собираем хлопок двумя руками и больше, чем взрослые. Мы ухаживаем за свиньями, каждая девочка за 10 мужчин. Здесь этого никто не замечает. Кормят тухлятиной, чуть что карцер. Я спрашиваю, кто у вас главный? Атаман, старшой, командир. Как это у вас называется? Мама. Это что-то новое. Где же она? Она голову моет. Дело серьезное, но я ждать не могу. Я опаздываю на встречу с очень ответственным товарищем в горах. Ведите меня к ней. Она не велела. Подождите. Мне некогда. Подождете. Ты хлеба привез? Целый грузовик. И конфеты. Тем, кто не балуется. А покурить? А я не люблю, когда девочки курят. Тогда поцелуй меня вот сюда. Можно идти. Что вы так на меня смотрите? Восхищаюсь. А я косички специально заплела, как тогда. Помните? Сейчас вспомните. Лейтенант Мамлакат. Очень приятно. Ну что, поговорим? Давайте. Я все сделала, как вы велели. Написала заявление, что хочу стать второй Мамлакат. Но тут оказалось, что моему же враг его арестовали, а меня как несовершеннолетнюю взяли сюда перевоспитывать. Я так боялась, что вы меня не узнаете, поэтому не стриглась. Самое трудное здесь не выжить, а сохранить волосы. Я так ждала, что вы найдете меня. Ты у меня не одна. Теперь понимаю. А раньше глупая была, обижалась на вас. Целый план придумала. План это хорошо. Ничего хорошего. Я решила убежать, найти вас и убить. Как? Заточкой. Я ее сама из напильника сделала. Но потом я поняла. Что? Что совсем не хочу вас убивать. Я люблю вас и хочу стать вашей женой. Интересно. А весь этот бунт и бутылки с бензином? Иначе вы не приехали бы. Острая. Дай подержать. Вы же обещали лично за мной проследить, а сами меня даже не помните. Погоди. Нет ясности. Ты все это устроила ради своей любви или ради общей справедливости? Это одно и то же. В каком смысле? Вы что, действительно не понимаете? Я же сказала, я вас люблю. Я все сказала. Можете уходить. У нас спичек больше нет. Я тебе ничем не могу помочь. Все понимаю. Что ты смеешься, дура? Знаешь, что теперь тебе будет? 10 лет строгого режима в лучшем случае. Что, Николай? Все в порядке? Я бы сдохла от дизентерии. Вы вообще никогда ничего обо мне не узнали бы. Девочки! Только без глупостей, хорошо? Сокол Николай! Ну, что с тобой делать? Ай, неужели вы меня так и не вспомнили? Да заткнись ты, черт подери! Дай подумать. Держи, мама. Вспомнили. Спокойнее, спокойнее. Барсу придется подождать. Извините, охотятся пока на меня. Убить она меня хочет, мать твою! Отойди от самолета! 97085. 97085. Нет связи, нет связи. 97085 на приеме. Вот. Срочная радиограмма, товарищ Коля. Читаю текст. Моя птичка, у нас беда. Мы прищемили наш маленький пальчик. Получилась ваба. По буквам Владимир, Анна, Владимир, Анна. Мы сильно плакали. Приехал дедуля и привез нам живого котенка. Мы уже смеемся и ждем нашего папульку. Целуем, твоя Джамиля. Примите текст. У меня все нормально. Буду дома к ужину. Не звони больше Джафару. Отбой. Конец связи. Прозвучит хор рабов из оперы Верди «Набукко» в исполнении хора и оркестра Академии Сан-Чичили. Дирижер Карло Франко. Смеяться будут! Пригодилась твоя заточка. Пойдешь на закат, через часа два дойдешь до поселка, спросишь Абдулу Гасанова, это мой бывший механик, он тебе поможет. Ой, больно. Ничего. Как тебя зовут? Мамлакат. Скажешь, что потеряла паспорт. Придумаешь себе другое имя. Держи деньги. Какое? Любое. Ну, скажем, Тамара. Ну? Чего сидишь, Тамара? Иди! Куда? Мир большой, мы живы. Теперь все зависит от тебя. Эй, ты забыла свое имущество. Хорошо выступала, Тамара. А теперь быстренько беги в общежитие. А что случилось? Тебя там журналисты ждут. Мне же знали нести. Ничего, один раз без тебя понесут. Мне удобно же, люди из столицы приехали. Понимаешь? Имя, фамилию поменяла, и мы тебя не найдем. Ух, проститутка, сучка, падла, каспанем, шпионка, убью, спанелуем. Браво-брависсимо, 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 браво-брависсимо. Я из-за тебя, сучка, прикладу сюда! Да я же тебя все равно поймаю. Ну, пиздатым! Изуветчу! Как шахтер! Стой! Стой! Дайли гаси! Дайли! Пистолет. Какой пистолет? Которым ты пыталась убить Николая? Не знаю. Кто помог достать паспорт? Где ты заставил его посадить самолет? Не знаю. Я ничего не знаю. Говори, говори, не думай. Как ты отняла у него пистолет? Как получила новый паспорт? Где был пистолет Николая? В кармане, в руке, в кобуре? Быстро отвечай. В ботинке. Как пистолет попал тебе в руки? Быстро отвечай. Я его отняла. Я Николай Мамлакат. Возьми пистолет. Скотина! Так ее! Ты врешь. Ты понимаешь, что на тебе висит? Вооружен нападение Иргус. Хранение огнестрельного оружия ЖЭК. Фальшивил паспорт Чарльз. Говори правду. Где спрятала пистолет? Потеряла. Быстро. Он сам дал тебе пистолет. Сам доставил на место. Вы были знакомы до побега. Почему он тебе помогал? Ты спала с ним. Нет, нет. Где достала паспорт? Абдула Гасанов, бывший механик Николая, помог тебе, да? Не знаю, я больше ничего не скажу. Встань. Иди. Меда! Так. Медака. Встань ровно. Медака. Встань ровно. Сейчас. Вот так. Так. Олдере. Повернись. Повернись, кому говорят. Кого ты выгораживаешь? Кого? Нашего сокола Николая. Год тебя ищем. Хоть бы из благодарности нам что-нибудь сказала. А черт с ней. Поехали. Надо кончать. Ой. Сама подумай, за что тебе исковеркали жизнь? Почему ты должна была скрываться? Не хочешь говорить? Сокол Коля устроил побег. Скажешь правду? Я разорву протокол, человеком станешь. Не бойся, твой бывший муж никого не узнает. Ты ни в чем не виноват. На жизнь товарища Николая ты не покушалась. Мужа твоего реабилитировали. Что остается? Нарушение паспортного режима. Наши органы хорошенько подумали и назначили штраф 50 рублей. Заплатишь в любой сберкассе. Отпустите ее. Паспорт надо иметь настоящий, со славным именем Мамлакат. Поздравляю. Знаешь, где меня нашли? На ипподроме. Не могли дождаться конца заезда. На этот раз я бы точно выиграл. Зато ты сейчас у меня полтинник выиграешь. С тобой играть неинтересно, ты играть не умеешь. Выиграть может и дурак. Проиграть – вот искусство. Лавмитки, Грикарна. Эту мысль я, пожалуй, запишу. Пишешь? Понимаешь, брат, времена так быстро меняются, что-то должно оставаться. Мысли и факты. Вот смотри, 1947, 5 сентября. Баран, жесткий, сады вырубить. 1950. Спецлагерь, виноград. Вкусный, похитили Николая, не верю. И так про всех. Про некоторых. Тогда запиши еще. Эта Мамлакат была как дикая кошка. Сейчас она дикая роса. Рахат лохум. Семья Джамиля. Куда от них денешься? Опять проиграл. Зачем меня сюда привезли? Тут хоть поесть дадут? Дадут. На, посмотри перед обедом. Он зовет меня. Нет, он все время повторяет твое имя, но он никого не узнает. Ему проломили голову в лагере уголовники, когда он вступился за меня. Я тоже побывал там, поэтому я искал тебя. Зачем? Ну как же, если бы не он, меня бы не было в живых. Посадил его ты. Я читал в деле твои заявления. Он молился по ночам и не хотел сеять хлопок. Я все знаю. Полгода в лагере на нарах я слушал его рассказы о тебе. Если б не ты, он бы меня не спас. Приходится благодарить тебя за то, что ты посадила моего спасителя. Парадокс. Я только хотела стать второй Мамлакат. Я должна была ее стать. Теперь... ты ею станешь. Наступило наше время. Ты понимаешь, что это значит? Наше время. Это значит, что мы теперь все можем. Все. У нас остается еще один парадокс. Наш сокол Николай, наш герой. Ведь ты любишь Николая, а не Мирзу? Мне-то ты скажешь правду? Да. Ну что ж, летчик-герой, девушка из народа, хорошая пара. Звучит. Вообще-то мы против разводов, но это случаи особенные. Так что, я думаю, вы примете верное решение. Вы должны принадлежать не тому, а нашему времени. В этом доме все ваше. Прошу. Если что нужно, это черный телефон городской, красный ко мне, а белый... Кем я стал рядом с тобой? А, ты уже нашла. Птичка моя, у нас страшное несчастье. Что случилось? Дачу забрали, они же обещали после смерти отца, что дача останется за нами. Мне стало плохо сердцем. Опять? Я позвонила в поликлинику, там бросают трубку. Нас Саидочка открепили, нас отовсюду открепили. Уже? Домработниц отозвали, обеда нет. Что теперь будет? Ну что будет, подохнешь с голоду. Я не поняла, что ты сказал? То, что ты сволочь. Тебя снимали. Прямо... Что с тобой? У меня нет никого, кроме тебя. Птичка моя, прими радиограмму, а не пошла бы ты в жопу. Передаю по буквам Жора, Ольга, Петр, Ульяна, восклицательный знак, отбой. Интересно, где отключили, здесь или у нее? У нее. Да, это я. И я хочу есть. Ага. Такая же кошка, только мокрая. Подай икру. С тобой все ясно. Вон она как выглядит. Маленькая, кругленькая. Ну, рассказывай, как жила? Подвиги совершала? Ну, что смотришь? Да? Ромео весит 90 килограмм. И жрет в присутствии Джульетты. Что ты вся трясешься? Холодно. А почему ты мокрая? Тебе же надо переодеться. Ну-ка, пойдем посмотрим. Где у них тут шмотки? О, пожалуйста, полный гардероб. Ай да дядя Джафар. Франция. Диор. Вот. Давай посмотрим. Замечательная была бы пара 6 лет назад. Эй, Рахат Лукум, ты вся синяя. А ну быстро в горячую ванну. Мне пора идти. К ней. А что делать? Мне не ее, мне дочку жалко. Ребенок без меня погибнет. И, как всегда, от меня ничего не зависит. Сейчас наше время. От нас все зависит. Где ты это слышала? Мамлакат. Это Мамлакат. Соедините меня срочно с Ибрагимом Юсуповичем. Очень срочно. Жду. Ибрагим Юсупович, извините, что в такое время. У меня к вам просьба. Надо позаботиться о бывшей семье товарища Николая. Мне кажется, допущен перегиб. Да, да. Спасибо. Обязательно передам. Вам привет от Ибрагима Юсуповича. Им все оставят. Вы можете больше туда не возвращаться. Вы меня узнали? Узнали. Узнали. Простили. Я буду за вами ухаживать. Вы поправитесь. Научитесь говорить. Все будет хорошо. Мы будем жить все вместе. Ахмед! есть идея. Я сейчас тебя опять украду. Вы с ума сошли. Бежим отсюда, поедем в аэродром, там меня все знают. Через час мы уже будем в воздухе, ты и я. Вдвоем. Ну, летим. Летим. Мир большой, Тамара. Летим. Не волнуйтесь, мы поедем тихо-тихо в самый хороший дом для самых знатных инвалидов. Мы поедем на машинке, а потом на поезде, потом опять на машинке. В 30 километрах отсюда, база сверхзвуковых. Может, ты? Туда. Я на таких еще не летал. Не боишься? С вами? Нет. Все останутся здесь, а мы уже с тобой будем одни высоко-высоко в небе. Летим! А сейчас слово имеет наш новый министр культуры. Красавица наша, невеста. Это же такая нам честь. По нашей древней традиции молодым вручается символ семейного счастья и благополучия – блюдо. 10-й год хиджри. Из чистого золота. Макур Воскуца. 99-й пробы. Древнее только Галина. Бамирас Воскуцчи. А разве наша невеста не золото? Сука! Ну что же, Мамлакат хану? Что случилось, Мамлакат хану? Ахмед! Les jours de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, les tambours sanglants élevés, les tambours sanglants élevés. Товарищи, действительно наступило новое время. Мы можем все. Мы соберем 5 миллионов тонн хлопка, потому что с нами молодежь. Герой-летчик и девушка из народа. Вот она. Живой символ нашей эпохи. Таким людям мы сегодня даем власть. Она мечтала собирать хлопок двумя руками. Теперь будет собирать миллионами рук. Это и есть Мамлакат на современном этапе. Мама, у тебя тут прямо война. Битва. Битва за хлопок. 1000 лет стояли эти деревья. Кому не мешали? Теперь здесь будет расти хлопок. А люди? Люди переедут в каменную степь. Там тоже будет расти хлопок. Мама. Это придумал или полный идиот, или враг народа. Это была моя идея. Ой, мам, какая ты у меня дура. Нет, ничего подобного. Люди сами понимают, что другого пути у нас нет. Когда, конечно, им трудно. В такие минуты мы должны быть рядом. Вот я ему везу вас. Чтобы вы выступили и поддержали. Хорошо. Я им скажу. Скажу ура! Ты! Извините, у нас ЧП. Здравствуйте, Мамлакат ханум. В чем дело? Смотри, какие люди приехали! Выходи, сними с топами! Мать, у меня 7 детей, а вы первыми собрались. Дети в автобусе плачут, вещи в грузовиках, воды нет. Сколько людей из-за него страдают. Хасан, давайте поговорим. Вы меня слышите, Хасан? Слышишь, кто с тобой говорит? Мамлакат Ханум с тобой говорит. Не хотите пригласить меня в гости? Совесть нечиста, боится. Ну что ж, Хасан, здесь будет хлопковое поле на 10 километров, а посреди будет торчать ваш дом. Обидно, ты к человеку с добром, а он... Мы его научим разговаривать с дамами. Ах, пизда! Что ты наделала? Ты с ума сошла? Я так испугала. Обнимите меня. Уйди оттуда! Я люблю вас. Я так испугалась. Обнимите меня. Уйди. Я люблю вас. В саду спать будешь? Только не спать. Принесите мне полотенце. Николай! Сейчас. Ну где же вы? Девочка моя, что же нам теперь делать? Николай! Николай, я жду вас! Что же нам теперь делать, мама? опять я не доглядела. Ну, вставайте же скорее. Не надо, мама. Не надо, я устала. Я хочу спать. Сейчас нельзя спать. Вставайте же, ваша дочь ждет. Кто? Что случилось? Мама, я умираю. Этого не будет. Этого не будет. Я не умрете раньше меня. Нет, я свинья. Ну, пошло, поехала. Потому что я живу с самой лучшей женщиной на свете и ничего не могу для нее сделать. Вы ничего не должны делать. Я сама все сделаю. Ну, что опять она там натворила? Что натворила, что натворила? Вы же сами подарили пишущую машинку. Она напечатала на ней листовки. Это все он, этот тип. А напечатал он, расклеивал. Сосранец с гитарой. Все будет хорошо, хорошо будет. Она выйдет замуж, родит ребенка и успокоится. Что они там писали? Что товарищ Саид был палач. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Такое сказать про родного дедуля! Рахмат, ну что? Здравствуйте. Где Марат? Что вы с ним сделали? Что ты с нами сделала? Только не ссорьтесь. Пустите меня к нему. Уймись, твой жених в полном порядке. Марат, мне не жених, а муж. Мама, слышишь, что она сказала? Подождите, пусть девочка сначала поест. Не буду, пока вы его не отпустите. Слышишь, она объявляет голодовку. Тише. Да. Я умоляю Пустите вас. Меня к нему. Успокойтесь. Ты все делаешь это мне назло. Да, да. За что ты меня так ненавидишь, а? Я вас очень прошу. Я тебя не ненавижу. Я тебя презираю. Наш сокол Коля. Мне стыдно, что я дочь канарейки. Не надо так. Ну, пожалуйста, не надо. Ну и все. И остановились, и забыли, ну. Она права. Ну, я не могу, когда вы ссоритесь. У меня же нет никого на свете, кроме вас. Она же ваша дочь, она любит вас. Это я дура, делаю что-то не так. Она просто не понимает, но она поймет. Канарейка! Эрик, Сандро, быстро сюда этого мальчика! Ай, момент, он почти готов. Папа! Папочка! Писаки сраные! Взял мамашу! Марат, режиссер! Папа! Иди от меня! Ну вот и помирились, вот и слава Богу! Папа, его отовсюду выгнали! Он хотел поставить спектакль про все-все-все! И про деда, и про всю эту жутку парашу, про хлопок! Только ни в один театр его не берут! Почему не берут? Потому что правда никому не нужна! Он такой талантливый, и он ничего не может сделать! У нас человек может сделать все! Ты хочешь правды, а ты когда-нибудь внимательно рассматривал коробочку хлопка? Это же чудо природы. В ней заключено маленькое облако, словно крошечная частица неба. И в то же время это ценнейшее стратегическое сырье. Сделай спектакль об этом, и это будет твой театр. Ты поставишь свой спектакль здесь. Ты расскажешь о том, как в полях работают студенты, служащие и дети, о дефолянтах, о больных и умерших, о замученной земле. Расскажешь всю правду, расскажешь, как мы стали такими, какими мы есть. Расскажешь главное, как мы собираем сейчас наш 5-й рекордный 1 000 000 тонн. Из этого 1 000 000 нам лишь... Что происходит? И извините. Вся аппаратура бельгийская, предохранители, конечно, наши. Да нет, это не предохранители. Тока нет. Тока нет. Да и телефон не работает. И телефон не работает. Ну, извините. Алло. Быстрее, быстрее, Мамлакат ханум, Ибрагим Юсупович ждет вас. Ибрагим Юсупович, до складов хлопка вода не добралась. Ведь этот хлопок был наш 5-миллионный тонн. Наш долгожданный рекорд. Ибрагим Юсупович, наши склады целы. Ну не собрали мы 5 миллиона. Люди верят в то, что собрали. Нельзя в эту тяжелую минуту у людей отбирать веру, надежду. Стыдно будет потом в глаза им смотреть. Они разве не заслужили? Они-то заслужили, Ибрагим Юсупович. Но где хлопок-то взять? А хлопок был? Был. Но его смыло. Смыло? Или сгорел? Сгорел? Стихийное бедствие. Парадокс. Хлопка нет, но вечно останется в памяти народной наш рекорд, наш подвиг. Что такое? Ахмед! Уважаемая Роза Аббасовна, как никогда еще не пели. Знаю! Я, наверное, болен. Понимаешь? Я смотрю на все это, и я ничего не чувствую. Люди гибнут, а мне наплевать. Как будто все это во сне. Вы слишком много пьете. Когда я пью, я просыпаюсь. Поедем в Париж, я покажу вас там врачам. Да пошли они все твои врачи. Мама, Ты помнишь, как мы украли самолет? Тихо! Тихо, тихо! Послушайте, как поет народ! Хочу, чтобы вы были счастливы. Хочу, чтобы вы гордились мной. Мама, я ненавижу твой хлопок. Ну поймите же, этот рекорд означает, что Ибрагим Юсупович переедет в Москву. И тогда вся республика. Тебе. Нам. Все, что я делаю только ради вас. Обнимите меня крепче, крепче, чтобы было больно. Когда вы со мной, мне ничего не нужно. Николай, сын Гайда! Мама! Тише, не слышишь? А мне так хорошо. Мамлакат. И это я сделаю ради тебя. Есть?